Это будет величайший набег с тех пор, как Рагнар взял Париж и привел Хорику полные дракары серебра. Мы наполним сундуки серебром, а кубки медом. Кровь и слава! Сколь! Дело не только в серебре, Тока. Он не любит, когда ему мешают есть. Знаешь, ведь Рагнар привез с собой не только серебро. Не только? А что еще? Мечи? Драгоценности? Вино? Рассказ о мертвом святом, защищавшем Париж. Потрясенный Хорик отпустил христиан и казнил своих воинов. Правда? Да, слава в этом немного. Вот день, о котором сказал Господь: «Я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Язычников убить. Мне нужна голова Сигфрида и еще этой. Соплячку можете отпустить. Кого? Епископ Энгельвин. Нынче славный вечер. Проклятие. Здесь лучше вести себя тихо. Даже верхом сражаться легче, это их не спасет. Бежать нет смысла! Ты не уйдешь! Куда удрал Энгельвин? Сигфрид, стой! Что он тебе сказал? Тока, займись ранеными и найди стражу. Они должны были предупредить нас. Я же говорю, он не любит, когда ему мешают есть. Мертвого врага не допросишь. Шальному сердцу нужен зрелый ум. О, славно сказано. Куда помчался Сигфрид? Думаю, за епископом Энгельвином. Сигфрид ненавидит его пуще всех. Это он убил Синрика. И его побратима, и твоего отца. Мне жаль, Тока. Все по-прежнему. Нападения даже участились, как ты видишь. Рандви была права. Нельзя, чтобы эта война пришла в Рейвенсторп. Ты что, убедишь короля франков сдаться? Иначе тебе придется перебить всех его солдат. Если мы возьмем Париж, Карл потеряет много солдат. Он это знает. Угроза принудит его к переговорам. Этот клятвопреступник не пойдет навстречу. Да и слово труса ничего не стоит. Лучше убить его. Дело не в том или ином короле, Тока. Мне нужна встреча с Карлом ради моего клана. Может, ты и права, но переубеждать тебе придется вовсе не меня. Если ты убьешь Энгельвина, Сигфрид поможет тебе в поисках Карла. Вот это речи Ярл Сконы, Тока. Наши люди дважды выследили Энгельвина в трущобах на юге Парижа. Наверняка Сигфрид отправился туда. Я найду Сигфрида там и вернусь, когда Энгельвин будет мертв. А потом за Карлом. Эйвор, сюда, сюда!